Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем God of War, третья часть. Продолжаем наше незабываемое приключение. Ребята, тут кто это? Записка, нацарапанная истерзанной душой. Эта мелодия, она наполняет мой слух снова и снова. Голос поет о боли утраты. Это чувство мне хорошо известно, но эта песня не ранит мне сердце. Когда же этот голос поет о надежде, моя душа погружается в тоску. Ведь это песня о том, чего у меня никогда не было и не будет. Грустные какие-то записки. Так, что здесь? Что вы стоите тут? Я хочу вот эти... Ой-ой-ой, ребятки. Я не хотел вас раскидать так сильно. Ну ладно, это, в общем, какие-то души, что ли, тут сидят. А вот это мы можем стрельнуть. Лук нам теперь будет везде помогать. Сундук заберем один. И здесь тоже какой-то сундук. Рог Минотавра. Вы получили рог Минотавра. Найдите еще два, чтобы усилить ваши предметы. Вот, там глаз Горгоны, получается, надо еще искать. И так, рог Минотавра. Но у меня жизни целые, не буду открывать сундук. Можно все усилять здесь. И предметы усиливать, и, в общем, себе жизни улучшать побольше, чтобы было. Так, а что эти ходят какие-то? Они вроде меня и не трогают, но... Зачем они здесь? Души, они молятся, чтобы выйти, может, отсюда, я не знаю. А я просто дерзко пошел куда-то выходить. Эй, вы чё? А, у меня лук есть против вас, ребятки. Все легко. Удерживай один, нажми ноль. А, я могу схватить тебя, Горгону могу одну схватить. Или кто это? Горгона, не Горгона. В общем, летающая какая-то штука, создание какое-то страшное. Иди сюда. Так, а как их всех раскидать там? Ну, в принципе, с лука можно было нормально. Я не знаю, что... С лука мне не подсказывают, что это сделать можно. Все четко. Так. Или все-таки схватить надо? Да чё вы не заканчиваетесь-то все? Летите и летите, летучие мыши, а? Я подлетать, кстати, умею, когда вот так зацепляюсь до нее раз. И прыгает он туда наверх. Чё встали-то? Может, мне дальше надо идти? Что-то они реально не заканчиваются. Ребят, хорош молиться уже, а? Пойдем дальше. Прыгаем! А точнее летим. Давай вот этот откроем сундук. Нормально. Здесь и опыта дали, и жизни, и все нормально. А, здесь пешком надо идти, не лететь никуда. Аккуратно ползем, аккуратно. Дальше куда? А, прыжок вниз. Нажмите R1, чтобы отпуститься. Давай, давай с уступа. Пошли. Быстро по стене можно перемещаться, это я знаю. Так, наверх. Нам надо наверх по-любому, потому что царство Аида внизу все находится. И где-то выход по-любому наверх только будет. Ну, подтянись еще выше. Дальше куда? Оп! Прыгучий Кратос. Дальше что? Хорошо. А че, почему ребята другие так не догадываются? Души-то там сидят. Уже бы давно свалили отсюда. Как я вот так, раз и все. Так, спрыгнуть. Полетели. Так, судьи подземного мира. Они держат цепочку эту. Итак, нам, наверное, разрушить надо это все. Ладно, посмотрим. Он показывает, туда надо спуститься. Но перед этим мне надо... Сначала попрыгать. Оп! Подожди, нет, удерживать раска. А, все, прыгаем, еще раз цепляемся. Куда, куда, куда? А почему не допрыгнул-то? Не, так несерьезно. Ну-ка еще раз давай, пробуем. Я вроде нормально далеко прыгнул там. Ну, а, лететь надо было. А я что, и второй раз я не подлетел. Надо еще раз нажать нормально.
Во, раскачался, и сейчас в полет пойдем. Полетели. Открывайся. На табличке вы видите надпись. Тот, кто желает предстать перед судом, должен прежде пройти испытание Эреба. Так, давайте будем проходить испытание Эреба. Что это за испытание? Сейчас узнаем. Наверное, толпа какая-нибудь налетит сейчас. Испытание Эреба. Вот почитать надо. Испытание 1. Приговоренный. Заблудшие души снедает страх. Им некуда бежать от своих грехов. Сразите все заблудшие души и тех, кто определяет их судьбу. Ну все, надо драться с душами. Ну, я думаю, проблем здесь не будет. Че с ними драться-то? У них ни оружия, ничего нету. Все, просто это все вот так делаем. Подожди, куда он ее утащил? А, вот. Вот с этими надо, да? И что делать-то? Ну давай, суперудар еще раз. Усиление оружия с помощью красных сфер. Вы можете усилить свое оружие. Нажмите кнопку опции, чтобы тудым-сюдым посмотреть. Улучшение. Давай сейчас улучшим. Да когда это все закончится, а? Так, ладно. Давай пока улучшим. Вы еще не получили эту способность. Так, а где улучшить можно? Усиление. Вот, клинки. Лук Аполлона. Ну, я хочу клинки все-таки больше усилить. Усиление. Давай, крестик. А хватит ли опыта, чтобы усилить? Хватило. Хватило опыта, чтобы усилить. Уровень 2. Увеличение урона. Смерч хаоса. L1 квадрат. В воздухе L1 квадрат. Парирование L1. Так, давай пробовать. Новый удар какой-то. А, ну он крутит вообще, как смерч. Вот это просто удар, а это теперь крутит. Нормально, зато всех цепляет сразу. Смотри, вокруг даже никто подойти не может. Так, надо вот эти руки, наверное, убрать, что-то они слишком тут повылазили. Кто еще? Вот рука осталась. Ах ты, посмотри на нее, еще две. Вот она одна. Все на этом или нет? Че, я испытание закончил? Испытание 2. Потерянный. Зачем несчастные души, ввергнутые в царство Аида, ищут спасения, если они обречены на вечные муки? Сразите скитающиеся души, прежде чем они присоединятся к войску Аида. Ага. Ладно, давай иди сюда. Надо им не дать соединиться с войском Аида. Эй, вы чё? Ты откуда буйвол взялся-то такой? Стой! Стой, отойди! Вот так. Не подходите к нему. Сейчас мы его здесь быстро порешаем. Так, еще один вылез. Ну давай. А, все, суперударов больше нету. Так, стоп. Давай-ка будем крутить смерч. Осторожно, не... О, стоп, я его сейчас так сражу. Иди сюда. Так. Удар Минотавра клинком. Вы получите зеленые сферы, ударив... Ну, в общем, понятно. Так. Надо же нам души сразить, потому что... Минотавр-то Минотавром... Стой, отойдите, вы чё? Толпой, главное, навалились. Ну-ка, иди сюда еще раз. Так. Есть. Еще одного повалим. Ну все, вроде мы со всеми разобрались, он моргает. Третье испытание. Избранный, чтобы войти во врата Элизиума, потребуется не только сила и выносливость. Пристаньте перед судом и докажите, что достойны. Уничтожьте все на своем пути. Вот и все, все задание надо просто уничтожить. Получилось. Так, все. Кто еще, ребятки, подходите, следующий.
Так, мне так не надо. Давай смерчем будем. Эй, ты куда меня так послал, а? Я аж подлетел наверх, ты чё? Эй, кабан! Нифига себе он со мной решил тут расправиться. Отойдите все. Опасно, надо кабана схватить одного, хотя бы жизни подлечить маленечко. Иди сюда. Давай, 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 давай. Еще одного. Ну и чё, хватит уже драться-то, когда ворота откроются. Ура, я прошел испытание. Все, цепь отпустили, цепь поехала куда-то наверх. По слову Зевса, мы три судьи. Ты предстал пред нашим судом, смертный. Царь Эак говорит, что ты желаешь. Царь Радамант говорит, что ты достоин. Теперь я, царь Минос, должен вынести вердикт. Твое будущее скрывает тень. Царство мертвых пока не готово принять тебя. За этой дверью тебя ждет судьба. Все, они сказали, что можешь идти, будешь живым, потому что царство мертвых меня не готово пока принять. Ладно, ребята, увидимся в следующей серии. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И спасибо всем, удачи, всем пока.